Когда говоришь о церковном строительстве у казаков, ну, наверное, я бы сильно не отделяла от церковного строительства в крестьянских селах. Почему? Потому что там православные люди той эпохи, они не мыслили свою жизнь без храма. Если ты читаешь прошение о просьбе дать храмозданную грамоту, да, то есть это, собственно, право на строительство храма, то люди искренне писали, что без Слова Божия мы претерпеваем и скорбь, и страдания, и неуютность чувствуем на этом месте, да. То есть вот в этом плане, как правило, и крестьяне, и казаки, они сами инициаторами выступали в строительстве. Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в станице Рождественской – один из немногих сохранившихся памятников деревянного зодчества, ставший культурным достоянием Ставропольского края. В 1800 году в центре станицы построили деревянную церковь, которая была не только храмом, но и крепостью, защищавшей от набегов врагов. Освящение церкви состоялось 21 сентября в честь праздника Рождества Пресвятой Богородицы. После пыльных бурь в 60-е годы 19 века церковь, пострадавшую от стихийного бедствия по решению казачьего круга, перенесли в более спокойное место, где она и стоит по сей день. Выстроенные из дуба 5 церковных глав и изящная колокольня видны издалека. Освящение Рождественской Богородицкой церкви на новом месте состоялось в 1875 году. С тех пор в ней постоянно идет служба. Храм здесь стоит уже 145 лет, вот на этом месте. Раньше он стоял севернее, вверх по станице. Вот, но из-за сильных песчаных ветров храм был очень сильно поврежден. И советом казаков, настоятеля храма, было решено храм перенести в более тихое место, где он сейчас и стоит. Храм уникален чем? То, что он стоит без фундамента. Здесь только, вы видите везде, по округе можно увидеть камни, природные камни. Вот он стоит на такой вот траншейной вот среде. То есть просто выложены камни, вот, и на них стоит храм. То есть если спуститься вниз под храм, то там мы увидим только землю. Причем здесь очень близко находятся воды, вот, и местные люди называют это мочак. В общем, уникальность. Такие габариты храма, вот, то есть они не просели, вот, ничего, никаких нет разрушений. Вот это уникальность нашего храма. Первое. Второе, то, что храм построен без единого гвоздя, из красного дуба. Совершали лесостроение храма по всем канонам. Рубили лес в сильные морозы, на восходящую луну, как было положено. То есть выдерживали все каноны. Также храм имел звонницу, вот, где было 11 колоколов. К сожалению, ни один колокол не сохранился. Также в храме очень хорошая акустика, что не свойственно для деревянных храмов, в принципе. Потому что дерево, вы знаете, да, поглощает звук, вот, и не дает, то есть, обратного эффекта. Вот, что показано в храме, то, что наоборот, вот, очень хорошо все слышно. Четко, то есть не искажение звука, не поглощение звука, а наоборот, то есть увеличение его. Иконы собирались по всему району, вот, храмы были разрушены в районе, вот, не все уцелели, к сожалению, и поэтому здесь сборные иконы. Вот, даже в районе, в соседнем селе, была такая одна прихожанка, которая собирала иконы. Вот когда сложили иконы на брычку, увезли в лес, и она под брычкой жила. Вот раз в день приносили ей еду, пищу местные жители. И вот так вот бабушка сохранила иконы. Вот. И эти иконы потом по храмам они распределились в районе. Вот. Также у нас здесь храм, можно увидеть храм иконы Николая Чудотворца, описанная в 1906 году на Святой горе Афон. Там же она была и освящена. Вот. Можно увидеть скоропослушницу, то же самое в этом же году на Афоне была освящена. Вот. И в Иоанно-Маринском женском монастыре города Москвы в 1912 году вот, икона Всецарица. Тогда было принято собирать деньги на пожертвование иконы, и какого-то человека отправляли в такое путешествие, чтобы заказать икону именно вот со Святой горы. В 30-е годы, когда пришли большевики, и местный житель, один из местных жителей, залез на колокольню и стал срывать крест. Ему это удалось, он в итоге расшатал, скинулся вниз. Вот. Но был здесь председатель колхоза, очень верующий человек, очень богобоязнен. И он дал клич местным жителям, чтобы собирать зерно на зиму.
Вот. И вот бабушки по ведерку стали заносить в храм зерно. И тем самым засыпать зерном храм, делая зернохранилище. Когда пришли большевики, говорят, что мы будем храм разрушать, вот, он нам здесь не нужен. Вот. На что он сказал, что куда я дену зерно? Зима грядет холодная, вот, у меня 2,5 душ населения, нужно каждого покормить. Вот, и куда мы зерно денем? И тем самым, таким небольшим обманом, он сохранил храм. Вот, следующий год, весна, зерно уже распределилось по семьям, по домам. Вот, все ушли опять в поля, некогда было думать о разрушении храма. Вот, лето, работа в полях также. Вот, осенью он опять дает клич, и так несколько лет продолжалось. Вот так храм оставался зернохранилищем. Благодаря вот этому председателю колхоза вот храм сохранился. В 1942 году, когда пришли сюда немцы, они вывезли зерно в неизвестном направлении. Из трансбойников отмыли храм, стены храма. Вот, и сказали, что пускай русские заходят и молятся здесь. Вот, у них была своя пропаганда, своя политика. Ну а нашему народу это было на руку. И с тех пор храм больше не закрывался, и совершается богослужение регулярно. Это, говорит, был иконостас эксклюзивный. То есть очень красивый, очень необычный. И предположительно, что он был здесь. Потому что я эту икону нашел, вот сейчас мы здесь строим трапезную. Вот, а здесь раньше стояли сараи старые. Когда я зашел в сарай, то есть увидел элемент вот, деревянного вот, иконостаса. Как иконы, что ли. Я начал, думаю, ну, небольшой, попытался вытащить, ничего не получилось. Приходим, стал окапывать, вот, и икона очень оказалась большая. Да. То есть, ну, раз она была здесь закопана, значит, люди прятали. Вот, скорее всего, это было здесь иконостас. Скажем так, мне с казаками повезло. То есть, они идут на отзыв хорошо, они помогают, сотрудничают. Вот, устраиваем мы мероприятия, у нас происходит здесь массовое крещение. Вот, то есть, мы ставим здесь бассейн, вот, палатки они устанавливают. Вот, полевую кухню ставим, вот, и каждый, кто искупался в проруби, вот, полагается, то есть шлюм горячий, чай на травах. Знает и губернатор о нашем храме, был здесь, молился, тоже мы беседовали, тоже он очень, ему нравятся эти храмы, вот, тоже заботу свою проявляет. Мы совершаем такую частичную, точечную реставрацию храма. Делаем новые обналичники, потому что они просто сгнили, уже спрели. Утепляем храм, вот, и совершаем пропитку дерева и покраску. Церковь Николая Чудотворца в городе Ессентуки была построена казаками в 1826 году по проекту архитекторов братьев Бернардаци. При храме были церковно-приходская школа, богадельня, библиотека и архив. Во дворе храма святителя Николая Чудотворца и по сей день находится небольшое кладбище, где похоронены именитые казаки. В храме сохранились памятные доски с именами казаков, которые отличились в русско-турецкой и русско-японской войнах. В советский период храм не закрывался. Наш храм сооружен 1825 года, имеет возраст уже. От самого фундамента до самого верхнего креста весь деревянный. Было время, когда не было возможности его немножко подремонтировать. Затем получили разрешение, капитальный ремонт исполнили. Было предложение белым кирпичиком обложить. Было предложение поштукатурить хорошо и, значит, побелить или покрасить. А когда обратились в архитектуру, там прямо было сказано «деревянный храм, чтобы он так деревянный и остался». От самого нижнего фундамента, которому прибавили на 70 сантиметров вокруг, это уже теперь. И затем как внешняя сторона, так и внутренняя сторона вся облицована новыми, а как мы видим, новыми материалами. Да дай Бог! Чтобы на последующее время наш храм Господь сохранял по ходатайству Чудотворца Николая. А он является хранителем этого храма, этого града и живущих в нем. С Богом Святым, со всяким благополучием. Архистратига Божия Михаила со всеми небесными силами.
наши жители, казаки, первые казаки приехали и основали наш храм. С этого храма пошла станица Ессентуцкая. Были поселения вокруг, и наши казаки вообще всегда начинают все свои дела с молитвы и с храма. Этому храму 190 лет. Практически он сохранился в таком же виде, в каком его построили наши предки-казаки. Сейчас храм действует. У нас настоятель, отец Андрей, наш духовник, который помогает нам во всех наших делах. Сам он казак. И своим примером служения Господу Бога мы стараемся служить нашему Отечеству. И все дела начинаем вместе с ним. Сейчас строится здесь при храме церковно-приходская школа, такая же, как она была в начале. Потому что город Ессентуки, казаки – это очень образованный был народ, потому что, начиная с храма, сразу же строилась церковно-приходская школа. Я даже знаю с историей, что по переписи 1914 года среди казаков было грамотных людей, как раньше говорили, 90%. Они проходили все церковно-приходскую школу, где получали духовное образование и практически светское образование. Если говорить о первых храмах, устроенных на территории нынешнего Ставрополя, да, казаками, важен и такой нюанс. Храмы всегда это дело инициативы, собственно, народной, самих людей. Их к этому никто не понуждал, не принуждал, там тоже военное начальство. То есть казаки всегда сами проявляли инициативу посредством церкви. Но ситуация складывалась по-разному. Волжские казаки, соседи хоперцев по линии. И вот как раз-таки у волжцев оказалось немало последователей старообрядчества. А старообрядцы, они находились в таком затяжном конфликте с официальной церковной властью. Поэтому они не стремились храм возводить. Они могли молельню какую-то даже в обычном частном доме оборудовать, приглашать себе беглых старообрядческих священников или там назначать уставщиков из своей среды, которые богослужение по старому обряду проводили. Да? То есть они особняком держались от официальной православной церкви. В конце 18 века ситуация весьма сложная. Не только потому, что там набеги горцев, да, происходят. Просто крайне развит. Инфраструктуры никакой нет. Чтобы возвести храм, ну, нужны мастера. Да? Там кто-то может купол делать в церкви, да? Кто-то может стены выводить. Иконописью кто-то должен заниматься и разбираться в этом. Да? А их нет, этих мастеров. То есть процесс мог затягиваться просто по причине отсутствия мастера. Нужен мастер. И вот интересная ситуация в Равскалесской станице получалась. Она оказалась самой слабо населенной в полку. 100 семей всего там. Все поголовно православные, да, 100 семей. Но экономически они не потянули. Они смогли только Николаевский молитвенный дом построить. Да и то вот этот молитвенный дом, в общем-то, ожидала печальная участь. В 1807 году станицу разоряют горцы, сжигают молитвенный дом, убивают священника. То есть все надо начинать с нуля. Господи, помилуй, Господи, прости. Храм Николая Чудотворца в городе Георгиевске является преемником деревянного полкового храма, построенного при основании Георгиевской крепости в 1777 году. Храм построен в 1802 году, как указывается в исторических источниках, тщанием прихожан. Был сработан из выдержанного дубового леса. В 1837 году, по случаю прибытия в Георгиевск императора Николая I, в храме состоялось торжественное богослужение в присутствии монарха. Никольский храм сохранился до наших дней и является действующим. Это первый храм казачий, который построен на землях Киевского войска. Он был подарен нашим государем-императором Николаем I как походная церковь казачества.
казачество приехало, все собрало, его привезло на лошадях, этот храм. И казаки города Георгиевска, они очень чтят наш казачий храм, потому что и крепость наша была казачья, казаки строили нашу крепость, возводили вал здесь вокруг крепости, ну и охраняли от набегов горцев. На сегодняшний день у нас наше казачье общество тоже глубоко почитает, и мы здесь в нашем храме казачьи проводим и присяги, и участвуем во всех православных праздниках, как Рождество, Пасха особо почитаем, и престольный праздник нашего храма Николая Угодника, мы бываем здесь в большом количестве. А так, наши казаки, старики ходят по воскресеньям, по субботним дням в храм, молятся, просят о благосостоянии казачества нашего родного города, чтобы у нас было и в стране, и в городе было хорошо, чтобы мир был, согласие между многими национальностями, которые живут у нас в городе. Поэтому Господь, наверное, по молитвам нашим и дает. В нашем храме были проезды Лермонтов и Пушкин. В нашем храме был Грибоедов. Как он был, вот этот храм исторический, так он и остался. Только вот изменения прошли года три назад, его здесь взяли, ну, облагородили. А так, в принципе, контуры все остались те, которые были. Мы даже здесь доставали записки сборщиков нашего храма между дубовыми брусьями. Там были записочки, кто его строил. Вот, и у отца Дмитрия они, эти записочки, сохранились еще. Вот. Люди были такие вот дальновидные, что они оставляли, чтобы потом в памяти потомков, когда вот начнут что-то реставрировать, чтобы это находилось. Поэтому наш храм очень такой, ну, пропитан нашим православием, потому что давно намолено, и еще видно, когда он у царей был, поход на церковь, там, наверное, все наши полки казачьи молились с ним, поэтому он... Ну, в нем хорошо стоять, молиться, вот, получать благодать, вот, ну и просить, и, наверное, к Богу доходит быстрее всего с нашего храма. Никольский храм города Георгиевска имеет статус собора. Вот кафедральный собор нашей епархии, ну, временно кафедральный пока строится, другой Георгиевский храм. Он памятник архитектуры федерального значения, был основан вместе с Георгиевской крепостью, как говорят, любят говорить казаки, без единого гвоздя. То есть он состоит из дерева, и в нем служили капелланы, военные священники. В годы революции он сохранился. Здесь, более того, шли богослужения. Ну и, конечно, имеет особое отношение у людей, у казаков, так как здесь столько молитв совершалось, люди родами просто молились в нем. Имеет основной храм престол, освященный в честь Николая Угодника, и второй престол, освященный в честь целителя Пантелеймона, потому что недалеко был Пантелеймоновский храм, огромный, большой, каменный, он был взорван, бабушки помнят, как танками растаскивали его, а Никольская церковь деревянная, просто промыслом, чудом Божьим она сохранилась. Мария, Дева чистая, пресвята. Развалины храма архистратига Божьего Михаила, разрушенного в 30-е годы 20 века, стоят в центре станицы Беломечетской. Финансирование на постройку храма предоставлял сам император Российской империи Николай II в благодарность казакам. Храм входил в тройку самых больших и самых красивых храмов Северного Кавказа. Предложили переехать. Дело дошло чуть ли не до бунта. Что мы, в кибитках ездим, или у нас юрты калмыцкие, что мы можем переезжать, кочевать? Вот. Но командующий линией был человеком мудрым, дальновидным, и сказал старикам: поезжайте, посмотрите на местность, а потом примите решение. Не захотите, ну не будете ехать. Приехали сюда старики, глянули, лес по Кубани, дубы есть, чинар и так далее. Сейчас их тут все нет, уже вырубили. Вот. Степи привольные, земля вольная, река, все, и рыба есть, и птица, и зверь, все, что хочешь. А глаза загорелись. Приехали старики, рассказали, вот так там очень хорошо. Тогда решили так: мы будем ездить туда, служить там будем, будем охранять границу и в свободное время будем строить временные дома. Потом уберем урожай и все переедем. Вот они с 1783 года, с основания этой крепости, значит, номер 8, ездили здесь, служили, строили временные дома. А затем после уборки урожая в 1825 году сюда все переехали. Переехали сюда и церковник, священник, и вот все это считается дата. Но на самом деле мы гораздо старше. Деревянная церковь когда-то стояла в одной из станиц Хопра. Ее разобрали по бревнам, пронумеровали все бревна.
и привезли в станицу Донскую на старую линию. Там собрали ее, в станице Донской не служили. Затем, после того, как границу перенесли на правый берег Кубани, основали крепость номер 8, церковь эту деревянную опять разобрали, перевезли сюда и здесь вновь собрали. После, когда построена была здесь была кирпичная церковь, тогда ее опять разобрали, поставили в хуторе Широком, это по балке речки Усть-Невинки. Там она уже закончила свое существование окончательно. Также был разобран амбар, общественная ссыпка. Что уже перевезен только также на быках в станицу Донскую с Хопра. Оттуда разобран по бревнам и собран в станице Беломечетская, где ныне и стоит. Поделен на отсеки, похож на сундук, внутри поделенный на отделение. Центральный коридор и налево-направо отделение для разного зерна. Подсолнечник там или еще семена конопли, там ржи, пшеницы, в общем, под разные культуры. По мере роста населения старая деревянная церковь уже не вмещала жителей, желающих попасть на служение, поэтому назрела необходимость строительства новой кирпичной церкви. В бытность атамана Семенова, по его ходатайству, значит, было обращение к станичникам, чтобы собрать средства на строительство церкви. Собрали деньги и за два года, с 1909 по 1911, установили фундамент. В фундамент вошел цемент марки 50. Вот он сейчас за нами стоит, находится. Это первый цемент, и как раз этого цемента строилась Туапсинская железная дорога, Ставрополь-Армавир-Туапсе. Затем два года строили стены с 1911 по 1913 с куполами поставили. Высота церкви была 62 метра по макушку креста на колокольне. Высота по основанию креста центрального купола 45 метров. Церковь была пятикупольная, считалась. Большой очень. Длина церкви 40 метров, ширина 27. Первым священником был батюшка Епифор. Это тот, который освящал, и здесь церковь была. Внутреннее убранство – подарок императора Николая II по просьбе наших казаков-конвойцев, которые были в личной охране императора Николая II. И вот они подошли к царю и попросили, чтобы он помог внутреннему подскоку. Иконостас еще был большого размера, больше. Икон нужны больше. Божью Матерь 2 на 3 метра размером, значит. Подарок Николая II, значит, откуда привозили сюда? Керчь, Феодосия, Одесса, Санкт-Петербургская лавра. Оттуда свозили иконы, старинные, очень древние. Сюда привозили часть икон, конечно, вошли со старой церкви. Ее привезли с Хопра, где-то ориентировочно 16-17 век, может быть, даже с 15 века иконы были. Три иконы сейчас находятся наши в Георгиевске. Там они сзади подписаны, но я даже не знаю, какие бабушки наши говорили. Поэтому внутреннее убранство как раз вот это там, в том числе серебряная посуда, золотые оклады, все это подарок Николая II. Вот это как раз и застило глаза. По первый раз попытались закрыть ее в 23-м году, не удалось. Потом в 28-м году пытались закрыть церковь, не удалось. И только когда в 30-м году сослали в Сибирь, только одним воинским эшелоном 800 человек с нашей станицы в Омске и в других краях. Когда уже голод 33-го прошел, и здесь мало кто остался, тогда только смогли ее закрыть. В 34-м закрыли. Разобрали, стащили купола, кирпич разобрали, построили гаражи, мастерские. Шерстомойная фабрика Невономыска, два жилых дома, склады шерстомойной фабрики туда же поставили. На Аркеншахаре двухэтажные здания ставили из этого кирпича. Вот это сейчас остались обломки мастерских и гаражи с этого кирпича. Радуйся, невесту. Не будем забывать о этом диком приступе атеизма, когда церкви разрушались, да? Поэтому той же станице Рождественской невероятно повезло, что храм сохранился. Потому что очень немногие казачьи населенные пункты могут похвалиться тем, что у них остались в целости и сохранности церкви. Как правило, они были взорваны, уничтожены. Или вот в станице Григорьеполисской там склад был колхозный, ну и все такое прочее. Хорошо, хоть остов сохранился, и потом можно было реставрировать и, собственно, эту церковь возродить. Да? А в некоторых станицах вот безвозвратно, собственно, эти храмы ушли в эту, как было принято говорить, безбожную эпоху. И это, конечно же, культурная потеря. Все-таки казачьи станицы от советской власти пострадали гораздо больше. Здесь была
целенаправленная политика, сознательная политика по выкорчевыванию, по уничтожению, потому что опасались казачьих восстаний. Вот. И, соответственно, все символы прошлого, они с большим рвением уничтожались. Казак без веры не казак, он должен знать, должен понимать всю ответственность, которая ложится на него. А патриотическое служение – это есть жертвенное служение Отечеству и вере. Не может быть патриотического служения только ради Отечества. А где же вера, за которую страдали те же казаки, наши благочестивые предки? И точно так же мы не можем презирать Отечество, служа только вере. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости меня. Храм святых царственных страстотерпцев в селе Варениковское Степновского района построен силами местных казаков и освящен 5 ноября 2015 года епископом Георгиевским и Просковейским Гедеоном. Как только в 92 году организовали казачий круг у нас, первый у нас круг организовался в Зеленой Роще и Волино, потом в Варениковке, в Степном, чуть попозже в Соломенке и в Ираклах. Ну, естественно, сразу возникла идея построить храм. И в Зеленорожских казаков, и в Варениковских. Ну, прошло, просто не с чего было начинать, денег не было. Потом, когда ушли фермеры, немножечко сами себя, так сказать, немножко напрягли в плане финансов. Если мы налоги платили там рубль, то добавляли к ним еще 10 копеек и на храм. Ну, в общей сложности получилось. Все пришло с началом возрождения казачества. Благодаря казачеству мы и храм построили, потому что как? Казак без веры не казак, а где молиться? Вот и решили казаки строить храм. Вот. Назвали сначала в честь Николая Угодника. Потом ездили по святым местам наши люди и сказали, что надо назвать в честь святых царственных страстотерпцев. И даже если не назовете, то и не построили. Не построите. Пришлось нам, и уже был готов проект, пришлось нам и проект переделать, ну, в смысле название. Назвали в честь святых царственных страстотерпцев. И я считаю, что это правильно. Ну и с Божьей помощью. Честно говоря, я сам не верил, что мы его когда-то построим. Ну вот он. Уже, слава Богу, стоит. Колокола нужны, дом батюшки построить, ну и расписать к нам храм вовнутрь. Ну а потом вот здание, я думаю, для воскресной школы его еще и как бы, ну, стариков, чтобы приглядывать, у кого там не осталось никого. Вот тоже в планах у нас. Так что останавливаться не думай. Храм в этом небольшом селе трудами и любовью старательно построен нашим сельским казачеством. Мы очень часто слышим тезис «казак без веры не казак». И очень часто мы понимаем, что эти слова не всегда попадают с делами. Но в этом селе, я хочу сказать вам, Владыка Святый, казачество, помимо того, что старается созидать храм Божий, еще по слову апостола Павла, старается созидать храм в своем теле, участвуя в богослужении, и тем самым подает добрый и хороший пример таким же своим собратьям-казакам. И пусть еще остались у нас работы внутренние, и колокола необходимо купить, но с таким отношением верим, надеемся, что все сбудется, и здесь вера Христова будет укрепляться и возрастать. Хочется сегодня этих людей сугубо благодарить, а с другой стороны предупредить, чтобы они знали, чтобы они передали с рода в род, что они на этой земле, здесь, вот в этом конкретном месте уже построили для себя и для своего рода памятник пред Богом. Памятник действительно живой, памятник, где будет возноситься к молитва к Богу, памятник, где этих людей за каждым богослужением будут поминать. Я хочу передать вам слова святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла, который он произнес на 5-м конгрессе. Он сказал: нет храма, нет греха. Есть храм и не ходишь, это большой грех. Хочу пожелать вам, господа атаманы, чтобы храм был всегда полон казаками вместе с прихожанами. Братья казаки, сердечно благодарю за то, что вы вместе со мной сегодня не только здесь встретили, но я надеюсь, что от души, по-настоящему, по-казачьи,
помолились. Спасибо вас, Господь. Спасибо, Господи. Храм святого великомученика Георгия Победоносца в селе Зеленая Роща построен силами местных казаков. Храм пока не расписан и не освящен. Строить начали его казаки-фермеры, у которых была техника и у которых были финансы. Мы 3 года строили только фундамент. Приезжал к нам Феофан, первый камень он закладывал сюда, в эту плиту. Вот камень, с которого он сделан, у нас он персиковый цвет называется, завозили с Москвы, отделочный, да, эшелон, заказывали камни. Строительные работы начались, ну, тоже 3-4 года кирпичной работы. Нам не хватило камня, посылали еще 2 фуры именно за этим цветом. Понимаете? Потом 1 год крыша делалась, вот крыша сделана из чистой меди. Гарантию дали 300 лет. Купола вот эти вот тоже заказывали в Волгодонске. Кран, который их ставил, их всего 2 на край. Тут однажды случай такой был. Просто проезжал бизнесмен со Ставрополя. Остановился, а он, оказывается, родом отсюда. Увидел, что храм строится. Я, говорит, вам денег дать не могу, но я, говорит, вам дам железо. Он нам на 100 тысяч дал железо. Окна здесь, обратите внимание, тоже окна. Самые последние. 5-слойной защитой, там они какой-то германского типа. Тоже все берем самое дорогое, поэтому у нас стройка идет медленнее чуть-чуть. На территории Зеленой Рощи вообще никогда не было храма. Здесь были поселения немцев, потом, значит, немцев когда выселились, вот это. Ну, то есть здесь храмов не было. И о церквях мы вообще понятия не имели. А вот это вот какое-то так внутреннее, что... Ну, казак и церковь, это вроде как неразделимо, и как же ж по-другому. И вот же мне говорит это. А я вот честно, я просто, для меня всегда, ну, мы тут такие нормальные хлопцы, мы всегда, так сказать, бойцовые. Там драки для нас это не проблема. И вот как-то вот Георгий Победоносец, что-то мне всегда так вот стучало, что-то там. Я говорю, ну, а можно, они говорят, как вы хотите назвать храм? А я вообще, я вот сейчас, я, допустим, могу там что-то сказать, а тогда говорю, а можно Георгий Победоносец? Он говорит, можно. И вот так вот у нас родился Георгий Победоносец. Хлопцы, давайте как будем строить, за счет чего будем строить храм. Ну с чего, крутили-вертели, понятно, денег всегда не хватает. Но раз мы казаки, раз мы на себе какую-то обязанность взяли, решили так, если тебе, ты посеял 100 гектар пшеницы, давай определим, то, что ты там налоги заплатил, все это никого не касается. Сколько ты с него положишь в храм? Ну и определили. Обязан положить. Да, обязан положить. Вот мы, значит, решили 500 рублей с гектара. Вот. Да и так вот у нас процесс пошел. Независимо там у тебя проблемы, не проблемы, взял ты кредит, не взял, рассчитался, на храм обязан положить. Вот мы с братом работаем вдвоем, где-то вот, ну, на протяжении каждого года там 400, 500, 600 тысяч мы ложим на храм. То есть вот таким способом. У нас, слава Богу, казаков, фермеров, вот вы задавали вопрос, сегодня рабочий день, а вот столько казаков. Основная масса казаки у нас, слава Богу, вот фермеры там или работают у фермеров, независимо, мы никого там, что там, отпустят нас с работы или не отпустят. Вот казаки поднялись и поехали. То есть нам это душу радует, что у нас казаки независимы. Трудно казаку быть вольным, когда он зависит от кого-то. А вот табличка вековая останется о том, что этот храм казаки построили? Мы как-то об этом не думаем. Ну, вы же понимаете. А, кстати, батюшка говорил, этот колокол... На колокол он что-то сказал, да, напишем это, точно от казаков, говорит, да пусть он, главное, что будет. Но у меня такая мечта, чтобы он не просто церковь, а памятник архитектуры. А что это дает? А это дает паломнические поездки. Делается перечень, специальная книга, где храм именно памятники архитектуры. И люди, ищущие, проявляющие интерес, организовывают поездки, приезжают. А у нас в будущем здесь будет очиститься мощи великомученика Георгия Победоносца. Мне же намекнули, патриарх Кирилл благословит для казачьего храма. И это будет большое событие, он будет золотой ковчежец. Более того, будет наше ноу-хау, которое сейчас в некоторых храмах уже есть, вот, например, в Мордовии. Значит, вышел, например, казак, на пульт нажал,
Там будет стоять блок и колокола. Блок – это не человек, а блок будет звонить колокола. В этом блоке, это называется электромеханический привод для колоколов. И организация в Пензе находится. Ребята эти приедут, установят. Для чего это делается? Ну, во-первых, каждый раз туда не полазишь. Это тяжело, во-первых. Во-вторых, подготовить звонаря тоже нелегкая работа. Проблема. Да, это 6, там 7 колоколов будет. И надо запрограммировать 5 звонов. Этот блок запрограммирует. Пасхальный звон, будничный звон, воскресный звон, родительский поминальный звон. Понимаете? И обычный набатный звон. Вот это надо все запрограммировать. И не каждый звонарь... Ну, это надо учиться, это не просто так дается. Этот блок, это называется электромеханический привод для колоколов. Уже такая идея, я ее вынашиваю, продумываем. Это будет для нас очень удобно. По таким критериям приходы не открываются. Но благодаря казачеству тут есть приход. И благодаря тому, что мы стали проводить богослужения, проповедь и призывать на службы, у нас, Юрий Александрович, за сотню бывает, да, на большие праздники? За сотню. Когда 800 человек населения, каждый восьмой. Вы посчитайте, где каждый восьмой в городе придет. Это тогда столько храмов надо открыть. Храм Георгия Победоносца в селе Первомайском построен силами казаков Ипатовского района и освящен 6 мая 2012 года митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом. Был разговор какой, начнем или не начнем? Уже зима. Зима уже, перед зимой. Он мне звонит, я в больнице. Иван Филиппович, что будем делать? Кто будет платить за фундамент, начнем или нет? Вы мне верите? Да, я приеду, сразу вам деньги отдам. Вот с этого началась стройка храма. Вот она пошла и поехала. Ответственным он был. У него работа, он был главным энергетиком. Более-менее у него было свободное время. Очень много построили своими силами. Вот ребята, которые работали здесь, именно в хозяйстве в нашем, прям ну, рыли фундамент, заливали. Ну, которая такая работа, как сказать, непрофессиональная, много очень сделали. Ну, потом уже нанимали мы и каменщиков, и кровельщиков привозили. Ну, забор тоже наши тут сварщики ребята варили. Вот эти все металлические, сын мой делал, вот эти голубые все шапки, как-то оно получалось. Все вместе, как-то, в общем, вот. Сами сверху заливали бетоном, прям сами собрали все хозяйство, три корыта. И хозяйство, и села. И казаки, конечно, помогают. Помогают. С их помощью мы провели отопление, потому что служили мы первые годы здесь в Валенках. Ну, с казаками вместе выкопали там траншею, положили трубы. С их помощью мы вот сделали навес на упорку. Я их могу обо всем попросить. Это люди безотказные, хорошие, добрые, искренние. То поставили батюшке забор, то плитку отложили, потому что немножко были там недоделки, что-то не успели. Мы там вот площадочку детскую, где-то там траву покосим. Ну, такое более мужскую работу. У нас очень много икон, у нас в Греции много икон. С Корфу, вот святителя Спиридона Тримифунского недавно привезли икону. Строится Сергиевой лавры. Вот люди вырезают из дерева, нам приносят икону. Этот поруч, который сохранила его дочь, передала мне эту святыню. Она сохранила у себя. Он был вышит сестрами Иоанна Мариинского монастыря нашего. Вручную. Вот. За 2 или за 3 года до кончины, мученической кончины отца Вячеслава. Вот. Его в селе Песчано-Пукопском зверски убили. Я очень, и народ Первомайский очень благодарен владыке за внимание, то, которое он определил нам, вот я думаю, маленькому селу, то, который в Ачибе, очень большое внимание он уделил. И вот отца Сергия, именно отца Сергия назначил сюда, он зная кого, он сперва приготовил, а потом именно назначил его сюда. 12-й год засуха. Очень сильная засуха. Постоянно было в хозяйстве много. Вот. Мы, в общем, май месяц пришел, ни одного дождя. Тут как раз освещаем храм. Уже заканчивается процессия. Владыка Кирилл уже выходит отсюда. Я останавливаю и говорю, владыка, с влагой, с дождями у нас плохо. Через алтарь владыка Кирилл на коленях
круг делает. Три круга. Ну и что вы думаете? 9 числа, 10 числа, 9, по-моему, да, Юрьевич? 12 миллиметров влаги. Отправляю агронома. Я говорю, пойди глянь. По территории четко сказанное, где наша территория, везде было 12 миллиметров. И рядом за лесополосу сухо. Боже мой, вот такое я еще в жизни не видел. Ну а сейчас поддерживает, конечно, в основном прихожане. Прихожане на территории с казаками, ну, мы помогаем где-то. Создавать можно легко, а вот ее придержать постоянно, это дело народа, вы поняли? Ее оценить, это народа, вот они молодцы. Часовня в честь новомучеников и исповедников российских построена на площади станицы Горячеводской, на месте разрушенного Успенского храма силами местных казаков. На цокольном этаже часовни находится музей истории горячеводских казаков. Ну, казаки, когда мы приняли решение, с миру по нитке, начали потихоньку, начал один атаман, продолжил второй, и при третьем мы ее закончили. Вот, конечно, это не просто так, что взять, построить. Мы столкнулись с бюрократической машиной, со всеми разрешениями, со всеми проектами, со всем, что можно было. Но часовня есть. Здесь была станичная церковь Успения Божьей Матери, значит, и вот приняли решение, это еще в начале 90-х, когда только было возрождение, что построим часовню. Ну вот с Божьей помощью мы сейчас видим, что она уже давно, с 2005 года она освящена, работает, вот, часовня. Названа она в честь новомучеников и исповедников российских, вот. Сделали мы, сдали ее, передали епархии. Вообще она по проекту числится, вот то, что мы видим сейчас, это один этаж. Но мы поступили немножко по-другому, мы сделали здесь два этажа вниз, там музей. Мы планируем сделать еще музей рядом со школой. Выкупили здание, это дом последнего атамана станицы Горячеводской, где он жил. Вот эту половину выкупили, где он жил. С каким расчетом это сделано, чтобы гости, которые приезжают в станицу, чтобы могли в школу приходят, а со школы уже ученики берут их и ведут и рассказывают полностью историю. Начало это все идет вот с этой церкви. Этот храм стоял у нас здесь на площади. Значит, раньше было как? За веру царя Отечества. Сейчас за веру, волю Отечества. Значит, вот за веру первое идет стенды. Значит, здесь отражено полностью все священники, которые были до революции, которые были в наше время. Дальше идет история Горячеводской станицы, которая уходит своими корнями Петру Первому, когда начала строиться, значит, Царицынская линия между Камышиным и, значит, Царицыным. После этого записались в эту Царицынскую линию 1057 семей. Они были донские казаки и из Черкас, то бишь днепровские казаки. Вот 1057 человек были записаны. При императрице Елизавете, значит, они были переселены в Слободу Дубовка. Это была Саратовская губерния, Царицынский уезд. Сейчас это город Дубовка, Волгоградской области, центр административный Дубовского района. Здесь отражено полностью. Вот здесь вот фотографии начинаются. Голубой стенд, он отражает, когда это было мирное время. Здесь пофамильно написано, у кого какие были магазины, какие мануфактуры, у кого какие мельницы были. Пофамильно. Какие обряды были, сколько, как атамана выбирали. Все отражено полностью вот на этих стендах. Вот он, Павел Лысенков. Его прадед. Восхождение с Иммануилем на гору Эльбрус, первое восхождение в 1829 году. Это вот в 14 году наши уходили на фронт. Это вот горячеводские казаки перед уходом на Первую мировую войну, они сфотографировались и ушли в августе месяце на фронт. Знак благодарности вот всех нас, и казаков, и церкви. Вот эту грамоту, которую подписал наш владыка, архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилак, грамота казаку первой сотни Горячеводского станичного общества Юрию Алексеевичу Келебову. Благословение за усердные труды
во славу Святой Церкви, Феофилакт архиепископ Пятигорский Черкесский. Примите эту грамоту самыми теплыми благопожеланиями. Спасибо, Господи. Служу Отечеству, Казачеству, вере православной. Люблю вас. Знаю, что вы потрудились. Труды приложили все, усилия приложили все. Первая сотня тут вообще поучаствовала и финансово, и физически. Да. Но вот все вот эти экспонаты, все фотографии, все стенды, это, конечно, все нужно было довести до ума. И поэтому вам спасибо большое. Храм царственных страстотерцев в городе Минеральные Воды построен силами казаков, жителей города и благотворителей на территории казачьей управы. Освящен 29 сентября 2012 года епископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. История строительства церкви святых царственных страстотерпцев на территории управы Минераловского районного казачьего общества очень интересна, имеет уже такую длительную историю. Начиная вот с первых же дней, строительство велось практически полностью руками и силами казаков. Естественно, при поддержке финансовыми материалами всех жителей нашего города, и не только города. Вот, была серьезная помощь от простых людей, от прихожан наших храмов. Вот людей разных национальностей и разных религий, кстати говоря. Вот результатом стал вот действительно такой вот памятник, значит, и духовный памятник, и памятник, который, можно сказать так, высокохудожественный. Вот такая вот замечательная церковь, которую некоторые сравнивают, это как расписная шкатулочка. Когда закладывали камень, кажется, основание церкви, и освящается камень, освящается земля, которая ложится в основание. Эта земля тоже имеет очень символичное такое вот решение, свойство. Значит, эта земля состоит из двух частей. Одна часть была привезена со Святой горы Афон из Греции, да, это святыня всего православного мира. И это действительно олицетворение того, что здесь у основы вот этого казачьего храма земля, освященная молитвами, значит, многих-многих тысяч, значит, праведников православных. И вторая часть земли была привезена казаками с могилы Ивана Серко. Знаем все замечательно этого легендарного, значит, атамана казачьего, как его называют, казач Александр Македонский, который не проиграл ни одного сражения. И вот так символично в одном смешалось две части земли, которые представляют средоточие православной духовности и средоточие казачьей славы. Храмовая икона в честь святых царственных страстотерпцев была писана монахами русского монастыря на Афоне. Это Свято-Пантелеймонов монастырь. Вот, это действительно работа таких вот людей, пребывающих в молитве, в посте. К иконе был сделан оклад из серебряных рублей. Рубли николаевские, и, значит, они обрамляют полностью икону. Рублей в количестве 30. И они, значит, имеют какую-то вот определенную аналогию с теми 30 серебряниками, которые мы помним из новозаветного, значит, повествования. Честно говоря, даже было наоборот. Сначала был сделан наклад, а уже под оклад была писана икона. Обычно наоборот делается. А здесь надо было обыграть. Вот 30 рублей, они по-другому не лягут. Они лягут только так, как вот они по размеру есть. Да? Вот, и мы пошли вот таким образом. Был изготовлен оклад. А потом уже мы дали четкие размеры на Афон, и там монахи, во славу Божью, кстати говоря, ни копейки, значит, не взяли за работу, ни там, ни там. И вот совет атаманов, и потом мы каждые люди все собирались, и своими руками от нуля, от фундамента, под фундамент выкопали, вручную все делали, все вручную заливалось, без кранов, все вручную. Фундамент сделали, потом, правда, стоял он у нас долго, не получалось с финансами, пока финансы Губенко там подыскал, где, кто, что, ну, это же деньги большие, проект пока сделали. И потом потихоньку так сами казаки вот приходили вот так по выходным дням, ну, кто свободен, приходил и делали вот это все, вот. Фундаменты, лично я вот и практически все. Участвовал практически во всем. Скажите, пожалуйста, вот мы сколько ездим, смотрим, такие молодцы казаки, но такие все скромные. Нигде нет таблички, что храм построен казаками. Ну, это мы построили. К
как-то... Вот лет через 200 кто-нибудь узнает, что казаки построили? Ну, на территории, если я надеюсь, лет 200 тут останется наш отдел, и будет, и все равно будет знать, что казаки строят. Ну, да. Ну, я не знаю. Мы об этом у нас и никто даже не задумывался, что таблички вешать, что казаки строили. Я считаю, это не для похвалы, это вот действительно пример для подражания. Надо бы тоже так трудиться, как мы здесь с казачеством трудимся, но ради только одного, не ради погон, не ради наград, а ради того, чтобы вера Христова укреплялась, чтобы село сохранялось. Вот наш девиз. Радуйся небесу, не небесу.